этот выпуск передачи мы проведем в России, в стране, в которой спортивные сооружения огораживают забором, запрещают любить собак, кататься на велосипедах и вообще сюда проходить по любому поводу. Только если вы не дети и не занимаетесь в секции футбола. Борьбы. Что, Витяк? Борьбы. Борьбы? Окей, борьбы. Или рагби. Просто всю жизнь, что я помню, мой отец ходил сюда играть в футбол. И меня когда-то убрался до маленького мальчика. Но теперь никто сюда не может пройти, потому что все здесь огорожено забором, и сюда никого не пускают злые охранники. Но... мы попытаемся пройти внутрь. Право ведем, а слева ведем. И вместе отдать у них более 30 лет. Страна не вернет. Берутся за самые идиотские легенды Рунета и разрушают их. Они разрушили легенд отечественного разрыва. Мы на территории врага. Ну нас смотрят. Там поспехи растают. Я видел. Что будем делать? Нам вообще тут скейтерскую площадку построить. Хотим, мы ходим. Дитя. Знаем, идет охранник. Мы гуляем, мы туристы. Мы спитеры. Из Питера, да. Витёк, я еще раз повторюсь, впереди есть забор. Если что, перелезаем, бежим по речке. Мы что, общаться с этим охранником? Нет, да ладно. Скажем, на каких правах? Предъявите ваши документы. Как это? Что это будет убить? Не страшно. Давай пойдем круг, а вот мы гуляем. А делаешь круг, и мы увидим, что там дальше. Ну, просто поставь круг. Да, это за мной идет. Да. Делаем круг. Витёк, дай пиздец. Витёк, что такого? Мы что, как мудаки побежим, типа? Пизда, да мы убежали от охранника старого. Он не старый, ему лет 30. Да, пиздец. Смотри в боковое зеркало. Да уходим там назад. Он понял, что мы мудаки не сделаем. Ага, он сдался. Дыхалка подвела. Здравствуйте, наши уважаемые фанаты! Можно сказать, болельщики. Сегодня мы ведем нашу передачу в прямом эфире со стадиона Дюсш Южного Душа. Что-то такое. Тут занимаются люди айкидо, регби, чем-то еще. Вы, наверное, уже видели этого страшного охранника, который пытался надрать нам задницу. Ну, поскольку мы спортивные, мы смогли от него уйти. Быстрым шагом. Да. Ну, пришли мы на этот стадион, вы, наверное, уже догадываетесь, почему. Мы принесли несколько клавиатур, которые надо раздолбать. Да, а потом все убрать, чтобы не было никаких жалоб. Да, мы всегда все... В Калининграде раньше проводился фестиваль «Янтарная нить 2007», вот последний, который был. И там люди занимались, в частности, тем, что кидали клавиатуры в длину. Их рекорд составил 25 метров. Витёк? Ну, клавиатура — это не граната. Насколько ты кидал гранату в школе? Почти 40 метров. 40 метров! Я думаю, у тебя есть все шансы побить этот рекорд. Это надо еще знать, как ее кидать. Да, мы этого не знаем, поэтому будем кидать, раскручивая с помощью провода. И просто кидать. Самый убогий способ. А мне он нравится. Или. Или как гранату. Можно? Ну, я не знаю. Проведем замеры. Если что, то в этой передаче вы увидите, как мы побьем калининградский рекорд. Ян Рогов, берегись. Я думаю, реально, Витёк, самый лучший способ кинуть клавиатуру — это будет вот так. Я тоже так думаю. Так и будешь кидать? Наверное. Может, кстати, так, в землю, может. Чертим полосу. Теперь будем вести отчет. Первый результат! Охуёвый! Неровно очень. Витяк, тут видно 100 метров. Я бы заступил.
А? Зацепи. Ой. Мало. Эй, ты притащил чуть-чуть. И еще опять. Спасибо. Как раз. Ну, итого имеем. 20. Витек, 22 метра. Очкарик кидает на 25 метров, а ты кинул на 22. Я кинул неудобно, а как она? Воздух. Я попал. Видел. Почему? Потому что ты кинул как? Как граната. Да. Я спираю, а надо кинуть калькулятуру. А вот так. Вот я так крутил. Надо брать с классики, например, с дискобол там, с такой. Ага, дискобол. Отличный результат! Так, давайте мерить. Слабак. О, все. Слишком низко.